значит, муниципальным объединением «Стадион» в прошлом году была заказана услуга, значит, и оплачена услуга о том, чтобы, вы все знаете, центральный вход городской стадион, чтобы там починили входящую эту арку. Значит, ДРСУ была сделана эта заявка, значит, ДРСУ приехала, выполнила работы, значит, получила оплату в районе 40 тысяч лей. Я бы сказал, не дешево они это, конечно, сделали. Плюс они сделали дорогу перед городским стадионом за 90 тысяч, не дорогу, а площадку перед городским стадионом за 90 тысяч лей. Значит, на протяжении года, в теплое время, весна, лето, значит, с этой арки постоянно текла смола. Значит, эта смола упала на девочки на руку, моим родственникам на одежду, значит, ну, то есть она текла, и туда не прекращала течь. Значит, мы обратились повторно к ДРСУ уже при новом руководстве, при новом директоре, значит, сейчас приехало новое руководство, приехала комиссия, значит, все там сняли, разобрали, что там это было сделано тяпля. Значит, есть полностью фото-видеосъемка, сколько там чего и как это положили. То есть, так я не знаю, наверное, так в 30-е годы не вложили, как положили в 2016 году. Значит, я прошу, чтобы или создалась какая-то дисциплинарная комиссия, и те, кто участвовал в контроле и в тех работах по арке городского стадиона, понесли ответственность, потому что я сейчас понимаю, что новое руководство опять по нашей инициативе сейчас делает опять эту арку, и получается, что второй раз мы должны ее оплатить. Хотя раз мы уже оплатили ее за 40 тысяч лет. Поэтому мы просим, чтобы создалась данная комиссия, наказали виновных. Пусть это будет руководство, рабочая группа, я не знаю, спасибо. ДРСУ, ну вот вы отдельное муниципальное предприятие, как исполнитель этих работ, и в частности, как бы ответственно и за качество работы. То есть, если есть соответствующая документация и обращение на устранение качественных неполадок по выполненным работам, да, конечно же, уже есть здесь яркие представители нашего администрации, ДРСУ, которые очень активно работают. Я думаю, что, конечно же, директор соответствующим образом обязан уже приказом как бы созвать временную комиссию, специализированную комиссию дисциплинарную именно по ходатайству совета по этому факту, чтобы как бы разобрали, кто в какой мере виноват, и те виновные, конечно, будут отвечать материально. Игорь Ильич, я прошу прощения, директор среагировал новый, сразу же приехал. Рабочая группа приехала, он приехал с ним, компания, не знаю, там специалистов, которые залезли, устранили, и они трудятся с 7:30 утра, это по сегодняшнему времени, вчера они закончили в 20:15, то есть работы идут. Я прошу, чтобы найти, создать дисциплинарную комиссию, чтобы наказала тех виновных и тех руководителей, которые допустили такое безалаберство. Спасибо.